Да тоже Жене Ярданскому посвящается. Тают рельсы и шпалы, и глядят берега из прозрачных углов. Поселился поселок, березовый камень, как коричневый шрам из страны матерков, где малинов просвет, у картошки калитка, остроклювого звука решетка крыльца, где бабушка гнет спину ради кулита, сын гитарой поет, погружаясь в сердца. Нас немного сидит и к столу огороду так подходит репейник, и лето, и хлеб. И учитель один мечет мысли и колоду, разливая на всех ароматный букет. Тихо лампочки свет, звук гитары глубокий, и уходит на нет разговор поездов. Пролетает в ночи припозднившийся сон человеческих бед, неуслышанный вздох. Ты себя не губи, наших лиц расточитель, входит в дом не спеша, новый свет голубой. И в ладонях любви к нам приходит учитель, и уходит душа от своих берегов. А потом замолчать, пролетит и вернется снова поезд во брак, пробираясь в кусты. Ну и утром опять этот дом остается, наклонив на окно белый свет бересты. Да, ну и, наверное, а я так понял, что у меня еще много тут песен. Ну, молодой был. Ну что, 32 года. Так, уже 31, 32, 26 лет у меня. А я последнюю песню спою, да? Ничего? Что последнее? Эта песня... Сейчас. Эту песню я записал недавно. Вот как только я пошел, купил гитару, я ее сразу написал. Ну, не знаю, что из нее получилось, видите, но она уже другая, ну, не такая. Может, лучше, может быть, лучше. С краю, здесь раздают венцы. Площадь полна народа, ищут, где этот край, только от небосвода птиц, налетевших
играй. Кто здесь последний, самый? Просто не ветра свист. Дамы, 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 это осенний лист. Все-таки эти письма написаны на листах. Рифма, рифма, рифма в улицах и дворах. Дальше, дальше, дальше ветер едва кружа, будто небрежным пальцем красный ведет пожар. Так и догорает осень редким погожим днем. Просим, просим, просим нам повторить еще. Thank you.